Ежегодно совместно с партией «Родина» Союз офицеров России проводит показательные турниры, показательные соревнования спортивные, посвященные знаменательным датам, как нынешним, освобождению города Истры от немецко-фашистских захватчиков. Этот турнир посвящается нашим дедам, нашим всем родственникам, потому что нету семьи в России, у которой не погибли родственники во время Великой Отечественной войны. И памятной дате, дню освобождения города Истры от немецко-фашистских захватчиков. Чем больше мы будем привлекать к патриотической спортивной работе молодежи, тем больше у нас будет расти здоровое и патриотическое поколение. Сегодня будет присутствовать три клуба. Это спортивный клуб «Рокки», это клуб «Патриот» и клуб имени Агеева. Этот турнир будет проходить в дружеской теплой обстановке. Мы пригласили, хотя эта организация проводится местным отделением партии «Родина», но мы пригласили в том числе всех руководителей, всех отделений, которые присутствуют на Истринской земле. Это и ЛДПР, это и коммунисты, это и «Единая Россия». Как раз с целью того, чтобы показать, что мы все едины. Самое главное, что, чему я очень доволен, в том, что даже на уровне Истры, на уровне Государственной Думы, что касается нашей страны, именно ее истории, патриотизма ее, там, по крымскому вопросу, у нас достигается всегда консенсус. Я очень рад, что я сегодня здесь, потому что вот все мы, политические партии, мы делаем одно главное дело. Это патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Я хочу пожелать вот спортсменам хороших боев и хорошего понимания своей родины, и чувствовать ее надо сердцем, а даже и не умом. Потому что умом Россию не понять, как мы знаем.